Сайрамсу берет свое начало высоко в горах. Горный поток никогда не останавливал желающих пройти в ущелье. Уже и не вспомнить, когда здесь появились первые переправы. Сегодня очевидно одно – мосты нуждаются в капитальном ремонте. Пока болотом. Болотом, который полом навали. Так, Ульямс. Так, эта сторона вперед идет. Первыми забили тревогу общественники. В кладе изыскали средства на замену одного моста в Сайрамсу. Сегодня аварийных конструкций еще 6. Мосты везде наводили. Берег с берегом связывается, человек с человеком, народ с народом. Для чего нужны мосты? И, слава богу, в этом году мы, наконец, первый мост установили на маршрутах в национальном парке нашем. Сайрам-Угамском. Первый мост за нами, а теперь мы ждем инвесторов, таких же, как и мы, любителей гор. С их помощью, я думаю, мы установим и следующие мосты, чтобы наши путешественники ходили по безопасным мостам. Первые туристы уже успели оценить его по достоинству. Ходить по такому мостику – одно удовольствие. Как мост? Супер! Сотрудники природного парка согласны, необходимо создавать условия. Хорошо, что есть те, кто не только знакомит людей с нашей природой, но и создают условия. И в этом плане клад делает большую работу. Неравнодушные южане надеются, что к нужной акции подключатся многочисленные турфирмы, которые ежедневно приводят на экскурсию сотни людей. В числе главных задач проводников не просто показать красивейшие места области, но и сделать путь в ущелье максимально безопасным. Саида Турсуметова, Ильдар Жолнусканов, Саид Икрам Ахмедов, информационная служба телекомпании «Утурар».